друзья, подписчики и гости нашего канала. Сейчас я вам прочту стих. Это определенно связано с трагедией, которая унесла жизнь детей. А именно, это в городе Казани, в школе. Не первый случай этот уже, и пора задуматься всем. Начиная от высшего руководства и кончая школьным руководством. Такого повторяться больше не должно. И это преступление должно пресекаться на корню. И об этом надо уже думать. Уже не раз были случаи, вы помните сами. Город Керчь, та же самая история. Тот же самый стрелок нашелся такой. Пострелял, поубивал детей и взрослых учителей. Так же и тут, в городе Казани. Аналогичный случай. Надо уже задуматься, как искоренить на корню таких уродов. А теперь я вам прочту стих по такому поводу. Печально, грустно, но это факт. О чем он думал, когда стрелял в детей? Да ни о чем, он просто убивал. Ему без надобности жизнь людей, как по мишеням он детей стрелял. Холоднокровная расправа, больше нечего сказать. А что ему, стреляя в кого попало? И дети, прыгая в окошке, куда им, собственно, бежать? В мозгах у зверя кровь заполыхала. Учителей убив, придачу стрелял детей напролом. Жестокая была задача убить порядком всех притом. Откуда у него гранаты? Конкретный нужен тут вопрос. Летели стекла, двери, парты, а кто попался, тех уж нет. Перемешалось в стоны, крики, а кто на камеру снимал? А этот, сука слабосильный, стрелял и дальше убивал. Кто из детей в окошке прыгал, разбился насмерть, кто живой? А для стрелка закон не писан, урод он больше никакой. Сколько по погибшим, так печально, детей и взрослых не вернешь, и по погибшим траур явно. И мимо скорби не пройдешь. Скорбить умеет, сожалея, больнее пережить ту боль. Убийцы, вот была идея, в его глазах одна лишь кровь. В коварстве нет ему пощады, что натворил и как он мог. Где-то ему довольно рады, что, очевидно, стал он Бог. Назваться можно кем попало, Иисусом, может быть, Христом. Лучше от этого не стало, коль в голове его дурдом. Дойти умом до отупения, возненавидеть сразу всех. Ему не нужно сожаление, прощение слабой для утех. Слезы и плач родных и близких, мы соболезнуем им всем. Мой стих не будет в этом лишнем. Духовно поддержу я всех. Не смеем мы мириться с этим. Не первый нам такой урок. Хотят жить взрослые и дети. Пусть всех хранит по жизни Бог. Как ни печально, но это все повторяется.
и надо искоренить все это во что бы то ни стало. Надо уже задуматься. Уже давно пора задуматься. Земля пухом. Такой расправе.